Так, Юра, теперь он отстегнулся. Смотри, за дополнительные 10 баллов ты можешь поднять Серегу обратно. Так, а КВ идет? КВ идет, да. Да, 5 минут. А как он идет? 5 минут осталось. Да, ну, а я за 5 минут все, его окей. Не подниму. Тебе просто озвучили информацию. Ну ты, а да, КВ, но что-то тут у нас если недоработка. Если увеличите, подниму. Ребята, до 10. Не вопрос, рассказывай, Серег, я уже понял. Ты... Не, ну, а увеличьте до 10 вот это вот закладывать, а это уже нет. А, это круг, с которым вы... А, крабинка станет, сорян. Не крутого, зачем? Мы можем свое снаряжение снимать. Так, алло, что вы, если мы закончили, да. А вы одной команде? А? Не, помогать не может. Вчера бы ни одного не сделал. А сколько команд до тебя не дошло? Одна, и одна сделала. Да, только твои. Ну и чап снялся. А сколько прошло? 7. Ну ты лучше озвучь, сколько там притирку прошло. Одна не приехала, одна снялась и одна не пришла. Нет, сколько в притирку прошло? Три команды в притирку. Я прям говорю, вот так, да, хватит. А, короче, было 47. Да. На самом деле, вот что меня смутило, я его, ну, готовился, ну, сверху, ну, вытаскивать наверх. И спускать да. Я его тоже думал, что на сверху по-любому надо. Ножок от веревки. Это как? Вот так, да? Да. Готово? Да. Что-то быстро. А что вы режете? Блин, видео надо было снимать. Видео. Это народ, видео. Работаем. Работаем. Вот ты осталось меньше трех минут. Видите? Ты очень сильно улетишь. Сядь на меня сначала. Ну, а ты уже не сядешь на меня. Я нужно... Главное, все, ты его затянула. Да, я знаю. Вставай на мою ногу. Подожди. Вставай на ногу. Зачем? Мне нужен трус. И ты, чтобы его расслабить, тот. А ты висишь на реверсе? Я должна тебя... Так, тихо. Вот сюда, кстати, сможешь? Две минуты. Иди на. Светка, ага. Светка, петлю ей в грудной карабин. Сейчас, 120-ку. Да. И через свою эту хреновину, через любой карабин на... Да, я понимаю. Тебе. От... Берёшь, я уже все снял. От... Постой, от... Не получится, ага. Бля. Не получится, возьми не 120, 60 не хватит? А, у меня есть. Не перебивай, не нервничай. Я, может, реально, если я свяжу еще один трус, а я тут раз... Вот у тебя вот здесь прочно. Свяжу его с этой, синей. Серег, идет 5 минут. Мы поняли, спасибо. Не спеши. 5 минут, я готов его вытащить. Ну, кстати, да, извините, друзья. Вот это вот. Не, ну, Юр, ой, мы вам только вот из-за этого выдали. Да, если у вас 10 минут есть, то... Мы вам только из-за этого выдали. Ага, связал две петли? Да. Серёгивай. Да. Серёг, а куда надо было стремить? 25 минут спустить и поднять. Ну, подумай, какой ты можешь задействовать. Вот этот можешь, да, который у тебя надо. Вот если ты этим условно, то потом надо. Что? Так. Говорил. Говорил, да, ты не говорил, если Свет, я хочу... Свет, не трать на это карабин, вязывай петли. Вязывай не петли. Важно, не важно. Мне не нужно больше карабинов. Понятно. Так, что теперь делаем? А сюда вообще ногой надо наступать. Света, ты понимаешь, что у тебя этот трус затянется, на который ты наступаешь? Да. Ты его потом расслабить сможешь. Свой? Да, свой. А, он у тебя затянется. А что ты тогда хотел-то, я не пойму? Да, нормально, работает, действительно, у тебя жумар. Так, а зачем тебе жумар? Потом. Сейчас ногой сюда. Потеря снаряги. О,
Так, что? А дальше? Кать! Что? Попробуй. Потеря снаряжения, запиши. Схватила ее за грудную обвязку. И дальше номер команды? Зачем? Сейчас скажу. Чтобы брусик расслабился. Четвертый. А как? А ее брусик не затянулся, а не мой? Потом. Давай. Ее брусик, это потом. Да, и в этот момент расслабляешь ее брусик, на котором она висела. За что боролись-то? Да, расслабить брусик, на котором... Она его уже отрезала. А вот сейчас, на котором... Она висит. Мой брусик не затянут. Затянут ее брусик, на котором она висит. Блин, все, убирай эту систему, вставай просто ногами на меня нахрен и... И что? Подожди, Алё. Да, я понимаю, что получалось. Я просто меня застопорила грызок в трусах. Выкидывай. Ага. Это мусор, это не снаряжение. Ну а давай, молодец, Светка, давай, работай. Так, теперь мой. Тот, Юра, у нас за порезанный прус тоже, да, штрафные? А ты можешь вообще его вырезать? Кать, еще один порезанный прусик тоже, потерянное это снаряжение, еще один. А почему потерянный? Тоже четвертый номер. Но его больше нет. Его больше нет? Ну его больше нет, но мы же его не теряли, мы его уничтожили. Виси. Да, я уже А если я не на страховке, ты из меня вышелкнуться не можешь. Вообще можешь вставать на меня, если хочешь. Топчи меня. Вот для чего люди идут, да? Веревки. Топчи меня. Как там одна вершинка называлась? БДСМ? Да. Потеря снаряжения еще. Четвертый номер. Нет, вот он на мне. А почему он? Потому что потеря снаряжения. Откуда? У меня там отдыха. Так. Трижды. Говорят, восточные лица непроницаемые. Да, достали тот брусок. Надо достать этот брусок. Слушай, а у тебя же ноги работают. Да, конечно. Куда, наверх? Да. А я на нем не вешу ног. Вот наверх. А тебе ниже надо расслабить? Да. А, ну ты не успеешь, это время что-то не отправляет. Слушай, Алена, у тебя ноги рабочие. Давай я под себя встану, и под свой рюкзак ты шагай, и я попробую сюда сюда расслабить. Блин, ну я не могу так это согнуть. А, сейчас. Здесь я очень хороший булочка. Вот, да, повыше. Можно я на нее встану? А ты еще... Да. Света, фу! Я могу представить, но это будет там доля секунды. Да. Еще раз могу так же сделать. Да, пытаемся. Так, слушай, у меня нога стоит, сейчас я буду фиксировать сторону ногу. Блин, она симметричная. Я боюсь, что мы можем завершать. Лен, давай отрежем, подожди. Кого отрежем? Опять кого-то резать будем. Алло, стопуй. Да. Если, блин, только ножа не хватало в руки. Сейчас, перед тем, как резать, подумай, на чем я вешу. Стопуй не захватил. Тоже у тебя все веселое, так будет? О, Наташ, давай. Кать, время, глянь. Ну, ты можешь держать веревку, чтобы я... Катя, время проконтролируй. А по моим уже вышел. 55 они должны были закончить.
Сейчас, смотри, не ледниковая, ну, просто на гильзе вешается 50 метров. На середине прививай первого. А на второй Лиза его должен. Сразу уходим туда, ниже. Все, свет, закончили. Да, закончили. 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 Света, закончили. Света, закончили. Закончили. Света, закончили. Сейчас нам передадут суммар, и мы перестанем. Давайте снимать, пилить веревки. У нас тут такая кумасутра клевая. Крещенные бруши. Я вам передам веревку, раз мы закончили. Да, да, работаем максимально. Гнаков, а может, оцените рюкзак, оденьте. Сейчас.